спонсор сегодняшнего выпуска – канадская фирма спортивного питания ANS. Используйте ее, и будет вам сила, масса и рельеф. Привет, друзья! Это видео не о становой тяге, как могло показаться. Это видео о лямках, которые я использую. Меня часто просят рассказать о лямках кистевых. Так вот, все вы знаете, что без лямок прокачать спину нереально. Конечно, их использовать нужно только в рабочих подходах. Я использовал все возможные лямки, какие только существуют. И сегодня я вам покажу две самые лучшие модели. Как ни странно, одна из самых лучших моделей, я их покупал еще в России, это самая дешевая модель, пусть это будет рекламой, от Iron Man. Они служат надежно, качественно, удобны в применении. Хорошо держат снаряд. Рука у вас не выскальзывает. Это из самых дешевых, самых надежных, простых лямок. А вот лямки самые дорогие. Это лямки от VersaGrip серия Pro. Это самые удобные лямки. Они удобны. И в чем их отличие от предыдущих, которые я показывал? В том, что они очень быстро одеваются, снимаются на снаряд. Если предыдущие нужно закручивать, то эти лямки быстросъемные, можно так сказать. Поэтому получается, если у вас есть деньги, то покупайте самые дорогие лямки. Здесь вы не проиграете. Причем покупайте серию Pro. Есть много лямок, подобных этим, но они не настолько удобны и качественны. Либо покупайте самые дешевые лямки от Iron Man. Слава богу, сейчас вы можете в наше время купить любые из этих лямок. Тренируйтесь. Увидимся с вами в спортзале. Не забывайте мою просьбу. Наш канал развивается, и вы можете в этом поучаствовать. Что для этого нужно? Не нужно никаких денежных вливаний. У меня есть Instagram. Называется он HM Gym. От аббревиатуры Heavy Metal Gym. Просьба, заходите, подписывайтесь и ставьте лайки. Чем это поможет? Благодаря подписчикам я смогу вступить в команду Рича Пиана 5% Nutrition. Вы сами понимаете, если я буду в этой команде, видеоролики будут более интересные, у меня будет больше возможностей узнавать нового, снимать нового. Естественно, вы получите от этого пользу. Большая просьба, вступайте в мой Instagram, подписывайтесь, ставьте лайки. Под видео я поставлю ссылку на Instagram. Всем пока! Привет, друзья! Очень часто в последнее время мне приходит вопрос от парней и от девушек по поводу варикоза. Как быть, как лечить, как тренироваться, от каких упражнений стоит отказаться. Так вот, ребята, ни от каких упражнений отказываться не нужно. Нужно соблюдать ряд определенных правил и положений. И тогда вам будет гораздо легче тренироваться. Но запомните, в любом случае консультируйтесь с врачом. Варикоз – это генетическая предрасположенность. К сожалению, она не лечится, но грамотными тренировками вы сможете продолжать тренироваться, не нанося себе вред, не усугубляя положение. Что для этого нужно? В первую очередь, любую тренировку вы должны заканчивать жимом ногами, но не горизонтальным, а вертикальным, когда вы жмете платформу вверх, без веса на 30-50 повторений. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы кровь отошла, особенно после того, когда вы выполняете становые тяги или приседания. И приседания, и становые тяги вы должны выполнять, но никогда не работайте до отказа, никогда не задерживайте дыхание, никогда не натуживайтесь. Применяя все эти простые правила, вы сможете
грамотно тренироваться, сохраняя ваше здоровье. В конце тренировки обязательно, без разговоров, полежать 5 минут вверх ногами. 15 минут ежедневно, ежевечернее точнее, перед сном вы должны лежать вверх ногами. Гулять вечером 20-30 минут и выполнять растяжку на все тело. Выполняйте все эти простые правила, и вы сможете тренироваться, вы сможете прогрессировать, и не слушайте врачей, которые запрещают вам тренироваться. Всем пока, увидимся в тренажерном зале. Следи за техникой, и будешь всегда здоров и силен. Это основа, залог, база долгих, грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym, специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях, я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажерном зале. Всем пока!